Ракурс поменяли мы с Сергеем, чтобы лицо видеть. Эдуард с Александром. Лайки ставим, не забываем. Ставьте, прекращайте. Ту просмотров по 50, по 100, а лайков 1, 2, 3, 4. Лайк – это ваше уважение к игрокам. Ох, очень хотел Александр, ну. Сорвалась подрезка. Да. Сергей Николаевич не прощает таких ошибок. Отлично, как его вытащил. Эдуард вернул сильно по диагонали. Кам, молодец. А так вот. Да, подрезка у Калинина такая непростая. Длинная, сильная. Да ну нафиг, если не подал. 4-0 вести, 7-7. Ну ты как не горди, прямо так. Готов? Вот так вот. Вот ответил на столе. Без лишних слов. Баланс. У Сергея больше. Баланс. Ровно, Ром, баланс, баланс, баланс. Гриша, рано. Ты еще не знаешь, с кем играть будешь. Я подавал сейчас. Ты сейчас подавал. Ты подавал, а я принял. Я же не подойду. Я должен был принимать. Я он от меня. Если он сейчас подавал, то... Значит, принимает. Пусть он примет. Я поменяюсь, потом от него. А как? Если он подавал, он... Ну, вы забыли, значит. Как хотите, ставьте как хотите. Какая разница? Давай, могу я. Вставайте как хотите, пожалуйста. Блять. Вот как, сюда, как жопу чувствовал. Давай, как я подам. У Сергея больше Калинина на подаче. Столько судиться, за того, чтобы... Я подаю, смотри. Ух ты. Так, вот так, вот, вот так, вот, вот так. Баланс. Александр подает. Баланс.
Да, Сергей Николаевич свое слово сказал больше Сергеев. Победа Сергея, выиграли Эдуард и Александр. Тяжелейший. 0-4 выигрывали, но уступили по балансу. Это достойно.